К другим новостям. Самый пожилой мужчина живет в Японии. Долгожителю Сакарима Маи 111 лет. Комитет Книги рекордов Гиннесса официально признал японского учителя самым взрослым мужчиной на планете из ныне живущих. Скончавшийся в июне американец Александр Имич был старше японца всего на один день. А самая пожилая женщина на Земле, 116-летняя Мисао Акава, также живет в Японии.